Всем привет, продолжаем играть кампанию в Стронгхолде. Сегодня у нас 11-я миссия, первая кровь. Давайте начинать. Поскольку лорд Вулсер занят, а сэр Лонгарм отсутствует, вы решили продвигаться вперед самостоятельно, не дожидаясь новых распоряжений. Люди, которых вы отправили в графство крысы, не справились со своей задачей. И, кстати, не моя вина. Я только послал туда людей. Командовал-то ими. Крыса! Молчать! Отбейте земли крысы, не то я вырву вам язык. Нужно пресечь проблему в корне. Прошлое волка окутано тайной, и большая часть того, что о нем говорят, слухи и легенды. Но достоверно известно, что вскоре после 18-летия волка его родители почти одновременно скончались от естественных причин. Пробивайтесь в следующее графство змеи, сражаясь с его армией. Оно граничит с владениями волка, так что будьте начеку. Если он решит показать зубы, нужно будет действовать решительно. Итак, вот мы и познакомились с волком. Про него мало что известно, но понятно, что это самый сильный из всех наших противников, которых мы видели до сих пор. Нам нужно продвигаться по территориям Кресы, захватывать их. Ну, так как это очередное графство, в котором мы будем сейчас участвовать, граничит с территорией волка, то он, по всей видимости, на нас будет нападать. Ну что ж, поехали. Как всегда, сложный, самый сложный уровень. Давайте начинать. Разместите ваш замок, милорд. Так, ну, вот камешек, железо. Конечно же, здесь начинаем. Железо может нам и не понадобиться. Постройте амбар, сэр. Стандартно, сначала дерева ставим много. Пять. И еще одну. Так, этого будет достаточно. Хавчик, конечно же, сразу. Камешек добывать. Ну и луки производить. Запасы провизии убывают, мой лорд. Так, сразу ставим домик. Сейчас принесут только дерево и поставим домик. Наш золотой можно запас. Можно налог пока. Золота нам понадобится много. Оружие ставим. Домик где-то здесь. Сразу ставим мельницу. Нам нужно хавчик. Ну, делать уже. Дерево. Да вот уже есть дерево.
Давайте так подальше, чтобы оно не мешало. Нужно больше дерева. Сколько? Нужно. Так, ну и пекарни. Ставим. Раз, два. Ваша популярность падает. Три пекарни пока хватит. Ну и можно ставить вала. Камешек насобирался уже. Так. И ждем следующее дерево и ставим производство луков. А пока можно бараки соорудить. Так. Можете не хватает рекрутов. Можете рассчитывать на нас. Сейчас лучников поставим еще две штуки. Запасы провизии убывают, мой лорд. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Так, давайте сохранимся. Сохранение. Так, поехали. Лучник раз. Сейчас пойдет второй. Второй лучник. Так, ну у нас не хватает людей, значит ставим еще одну хижинку. Запасы провизии пополняются. Так, ставим ферму, еще одну зерновую. Она нам по-любому понадобится. И ставим еще пекарню. Но у нас пока дерева нет. Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов, сэр. Всегда готовы. Теперь дерево есть, и можно поставить пекарню. Значит, пока хватит пекарня. Можно поставить еще одного охотничью избушку, чтобы для рациона было разнообразие. Так, камешек у нас прибывает, значит, пора бы нам. Так, башенки только маленькие. Пора бы нам замочек уже начать сооружать. Вот так. Вот так. Так, ну тут нам не надо. Да, с камешком, конечно, проблемки будут. Не хватает рекрутов, сэр. Ну, по популярности. Мы постепенно расходуем деньги, сэр.
пытался рыночек построить. Построим-ка мы рыночек. Так, что мы там будем? Камень покупать. Два вида хавчика и дерево. Ну, соответственно, продавать. Так, хавчик. Запасы провизии пополняются, сэр. Пополняется это замечательно. Не хватает рекрутов, сэр. Ждем ваших приказов. Ставим еще одного вала. Этого убираем и ставим. Вот здесь. Парню еще одну. Идем в ваш приказ. Не хватает рекрутов, сэр. А? Мы идем. Да, будет у нас такой... Послание от змеи. Теперь я сам о себе позабочусь. Ну, маленький замок. Такой не маленький будет замок. Идем в ваш приказ. Лучники готовы. Не хватает рекрутов, сэр. Мой лук вашим услугам. Что нам делать? А? Милорд? Можете рассчитывать на нас. Так, камешек. Пришел. Нас атакуют войска змеи! Это, честно сказать, плохо. Очень плохо. Потому что... у нас замок не закончен вообще. Да и его банально закончить нереально просто за такое время. Не хватает. Мы уже в пути. Народ весьма почитает вас. Давайте-ка сохранимся. Сохранение. Не хватает рекрутов. Ждем ваших приказов. Да, подкосаю сейчас тут мне все. Так, ну, по крайней мере, от этого отбились. Запасы провизии пополняются. Можно двойной рациончик, чтобы быстрее люди набрались, а то что-то медленно. Популярность маленькая, понятно.
Так, а здесь ворота можно будет поставить? Нас атакуют войска змеи! Да вы не очень подохуели так быстро. А, оружие нельзя купить еще. А, блин. Вот это уже интересно. Ворота. Вот это уже интересно. Идем в ваших ребят, милорд. Мы идем. Небольшой отряд волка приближается к замку. Идем в ваших приказ. Такие будут указания. Волка? Что-то как-то быстро очень. Какого волка? Какого в жопу волка? Покоцали мне. Блин. Как он называется? Царя покоцали. Идем в ваших приказах. Идем в ваших приказах. Вижу здесь пикадельщика надо ставить. Блин, вы чё, гоните, что ли? Как так быстро-то? Третье нападение, ещё и половина не прошла. Ё-моё. Ну вы даёте, ребятки. Я с вас... балдею, конечно. Так, это мы убираем. Налог. Люди восхищаются вами, сэр. Можете рассчитывать. Так, это сюда. Это сюда. Мой лук, ваш лук. Единственное, как сказать, преимущество, ну, такое образное, что мечники медленно идут. И пока они дойдут, у нас есть шанс их покоцать серьезно. Какие будут указания? В принципе, можно даже вот так сделать. Можете рассчитывать, куда пойдем. Это кто здесь такой? Еще по царю стреляет. Ну ты, конечно, еще тот хер. Так, отходим на ворота. Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Ну,
заслуга. Может, не рассчитывать, что нам делать? А? Может, не рассчитывать на нас? Я у вас перейдем. И сразу иду сюда уже. Нашли. Вот это да. И последний. Сохраняемся. Сохранение. Ну, вот дерево у нас. Можно продать нему. Вот, возьмите. Здесь подробно описано устройство арбалета. Может быть, это поможет вам справиться с противником. Мы будем молиться за вас. Спасибо, монах. Теперь можно поставить, делать арбалеты, наконец-то. Это то, что нужно. А на арбалеты нужно броня с кожи. А на броню с кожи нужны коровы. Ну и кожевная мастерская, соответственно. Поэтому... Послание, сэр. Сэр, нужно закончить производство арбалетов как можно скорее. Мы должны быть готовы к встрече с войсками Волков. Я понимаю. Thank you.
запасы провизии убывают, мой лорд. Так, арбалетчики делаются. Только не хватает рекрутов, сэр. Так, хорошо. Мы уже в пути. Так, что там с камешком у нас? Так. Будете ходить туда. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Ждем ваших приказов. Мой лук вашим услугам. Так, что там можно? Хлебушка продать можно и купить камешка. Сделать нормальную стеночку. Так. О, уже красивее встает. Не хватает рекрутов, сэр. Милорд, уже идем. Так. Еще одну мастерскую. Можете рассчитывать. Какие будут указания? Мы идем. Опа. Казна пустеет вас, светлые. Люди уверяют вас. Люди покидают. Уверяют вас. Запасы провизии убывают, мой лорд. Люди доверяют вам, ваша светлость. Люди доверяют вам, ваше. Так, еще одну хижинку поставим, что у нас людей не хватает. Здесь нет работы, милорд. Так. Сейчас будет. Запасы провизии убывают, милорд. Пекарню еще поставим. Так. Камешек пришел. Отлично. Отлично. Так. Не хватает оружия, сэр. Ждем не хватает оружия, сэр. Ждем ваших приказов. Сохранение. Мука пополняется, это всегда приятно. Так. Куда пойдем? Мы уже замок. Пойдем в замок. Можете рассчитывать. На всякий случай, если вдруг прорвутся. Ваше указание. Запасы провизии убывают, мой лорд. Что нам делать? Да. Можете рассчитывать.
защиту. А? Сохранение. Так, пора. Не хватает оружия. Произвести первых арбалетчиков. Лучники готовы. Мой лук вашим услугам. Мы уже в пути. Так, закончим здесь стеночку. Деревня живая, что видели обряд змеи в этих краях. Змеи? Ну змеи можете это... Можете рассчитывать, мне страшно. Не хватает оружия. Куда пойдем? Вперед! Так, еще купим немножко камушка, уже доделать нормально замок. Так, это есть, это есть. Хорошо, ну, посмотрим. Нормально выглядит. Так. Послание от змеи. Все кончено, друг мой. Ты проиграл. Да ладно, не трынди. Тут еще нужно утолстить стеночку. Немножко. Сохранение. Так. Можно немножко продать. Так, что у нас тут? Надеюсь, это не катапульты будут. Раз, 4, 5, 6, 7, 8. Вроде как нет, потому что людей маловато для катапульт. Так, давайте лучше здесь утолщим. Вот. Так. Можете рассчитывать на нас, ваше указание. Броню. Сюда. Поехали. Сейчас лучников быстро высадят. Так, а кто это тут побежал? Надо туда поставить парочку. Ну и что дальше? Сейчас будут рубать ворота, ну. Вот это вообще не вариант. Вперёд!
крепко держался. Сэр, вперед! А? Уже идем! Так, еще. Внимание! Доброе утро, светлость! Так. Теперь нам надо... Не хватает оружия, сэр. Копеносов заделать. Так, а с оружием ничего нельзя купить? Послание от змеи. Опа. Опять ты. Может, ошибнет от своей настойчивости. В следующий раз это не сойдет тебе с рук. По-любому. Ничего, что ты сам на меня нападаешь. Проверим. Так, ну это явно лишнее. Так, ну мне, в принципе, мой замок нравится. Не знаю, как вам, но сохранение. По-моему, вполне приличная такая конструкция. Еще нужно чуть-чуть больше производства кожаной брони поставить, и будет вообще все замечательно. Так, мы тут кое-что недостроили. Сейчас мы это исправим. Это есть, это есть. Так. Можете рассчитывать на нас. Отлично. Не хватает оружия. Встать в строй. Сюда поставим. Отлично. Так, надо продать, потому что не влазит. Внимание! Внимание! Вот так, наверное. Лучники готовы! Мой лук к вашим услугам! Можете рассчитывать, куда пойдем. Деревняк говорят, что видели отряд волка в этих краях. Так, ну вот и последняя битва. Так, кожаная броня пошла. Это хорошо. Можете рассчитывать на нас, всегда готовы. Можно стеночку подутолстить, так сказать. По крайней мере, передний край себе помощнее был. Отлично. Ну и здесь еще. О, замечательно. Можете рассчитывать на ваши указания. Что нам делать? Не хватает оружия. Вперед! На этот раз я тебя уничтожу. Так, ну давайте посмотрим, ну
Неплохо, Мечников, конечно. Неплохо. Человек так 16-18 Мечников. Где-то 20 до 20 Мечников. Ну это... серьезная заявочка. Можете рассчитывать. Что сказать? Не у Мечников, как у меня арбалетчиков. Внимание! Ну что ж, придется. Можете рассчитывать на нас. Хорошую битву провести. Это однозначно. Душники, в принципе, не успели даже свои люди достать, их уже расстреляли. Варвары наступают! Спасите нас, милорд! О, медведь помог немножко, почти половину одного закотал. Второго чуть-чуть, нормально. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17. 24 мечника. Ну, это, ребятки, серьезно. Можете хватает оружие, да? Куда пойдем? Что и говорить. Внимание! Встать в строй! Так, я ворота. Камень. Камень, да. Не ворота, а лестницу не поставил. Вот так. Поехали. Все. Все. Этого добиваем. Отлично. Так, сразу. Отлично. Дайте их по очереди, чтобы они быстрее убивали. Не прорубили нам ворота. Так, давай дальше. Ну, как видим, арбалетчики работают прекрасно с этим мечником. Лучниками, конечно, это было просто нереально. Все. Готов. Ты сердишь меня, парень, и ты за это заплатишь. Обязательно. Все, победа. Отлично. Вы победили, сэр. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Дальше будут новые видео. До встречи. Благодаря чертежам арбалета, переданным вам незнакомцам в капюшоне, вы не только освободили еще одно графство, но и одержали первую серьезную победу над волком.